От празднования Дня флага к семейному торжеству. В Малиновском РАГСе двум молодоженам Александру и Ирине Вдовиченко торжественно вручили свидетельство о государственной регистрации брака. А все потому, что номер их актовой записи совпадает с текущим годом. Оба новобрачных студенты медицинского университета познакомились во время работы в скорой помощи почти 2 года назад. А в начале августа сыграли свадьбу. Мы 8 числа приходим на наше время, нашу дату. И нам говорят, можно у вас на несколько минут. Ну, сначала думали, что мало ли что с паспортами не так или еще что-то. Мы подошли, а оказалось... Это очень приятный сюрприз для нас оказался, что мы стали 2012-й парой. Это какой-то явно знак. И я думаю, что это хороший знак. Это будет долгая, счастливая у нас семейная жизнь. У семейной молодой пары отмечается первый день, в котором они стали мужем и женой официально перед обществом. Мы поздравили их, молодоженов, от Главного территориального управления юстиции и от от Малиновского отдела ЗАГС. В Малиновском отделе РАГСа обещают и дальше устраивать праздники для счастливчиков, чей номер актовой записи совпадет с годом бракосочетания. Отмечу, в этом году райотдел зарегистрировал более 2000 браков, а за аналогичный период 2016 года почти 1500.